Крыму ожидается резкое изменение погоды. После продолжительных и теплых дней вечером и до конца суток 29 октября, 30 и 31, а также 1 ноября из-за прохождения холодных атмосферных фронтальных разделов полуостров накроет дождями, местами сильными. Юго-западный с переходом на северо-западный ветер усилится до 22 метров в секунду. 31 октября ожидается понижение минимальной температуры воздуха до 4-9 градусов, максимальной до 9-14. В Главном управлении МЧС России по Крыму жители и гости региона просят соблюдать меры безопасности. Следует воздержаться от выхода на улицу в период непогоды, не включать электроприборы, в помещении держаться подальше от окон. На улице не подходить близко к рекламным щитам, крупногабаритным конструкциям и дорожным знакам. Не рекомендуется спускаться в подземные переходы. Необходимо ограничить выход в горно-лесную местность. Во время шторма не следует находиться вблизи береговой линии моря.